Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру по названием Train. Так, с лады, мы продолжаем. А это значит, нужно собирать нам и экспу, и всякий непотреб. Лучница повеселее, мне кажется, будет, поэтому за нее будем играть. Ну, в основном. Ну, конечно, что она только одну стрелу пускает. Это плохо. Кто знает, что ждет наших героев впереди? Им больше не встречались ни мужчины, ни женщины, ни великовозрастные дети. Нежить изменила все вокруг. Зло окружало их со всех сторон. Но наши герои были вынуждены поспешить. Они искали гробницу. Волшебник был уверен, что она принадлежит основателю Астральной Академии, одному из трех стражей. Возможно, найдя гробницу, они отыскали бы и способ выбраться из Трайна. Короче, я заметил, вот, меняется у нас. Если меняется уровень, то у нас меняется здесь рисунок. Где мы? Мы под Астральной Академией. Здесь десятилетиями не ступала нога человека. Ага! Мой меч укажет нам дорогу! Со мной! Короче, нужно просто приловчиться, и проблем никаких не будет с врагами. Переката жалко, что здесь нету. Кажется, я в Dark Souls переиграл всякие. Так. Вижу то, что мне нужно. Давайте с этой стороны. Не, я просто мог сломать, по сути. А не смог. Так, давайте, короче, с помощью магии возьму камень. Так, ладно, нормально. Я мог бы сделать просто вот так. Отлично. Я просто мастер. This is the game. Могу я банки магом брать? Жаль. Жалко. Готово. Почему он два удара сделал? Ха-ха-ха. Бум. 50 нужно снова же. О! Меня превращение спасло, походу. Чего я урон получил? Ладно, давайте, короче, пока поубиваю скелетов. Возьму луч. Ай-яй-яй. Пошел вон. Я сказал, вон пошел. Так, опыт нам автоматом дается. Так, еще какое-то место золотишком.
Найден амулет роста энергии. Выглядит неплохо. Возможно, эта прогулка не так уж бесполезна. Хорошо, а что мы можем одевать на вас предметы? То есть, кто увеличит максимальную энергию на 5%, слегка увеличит количество энергии владельца. Магический амулет поглощает энергию монстров и нежити, восстанавливает энергию персонажа, работает только, когда они или она находится в безопасном месте. Трайны. Каждый убитый монстр восстанавливает... О, видели? Трайна их рано называется. Предлагаю сделку. Я помогу вам с поисками того, что вы там ищете. Взамен забираю все побрякушки. О, тебе очень идет. Капитан Пивобрюх этого не одобрил бы. Так, ладно. Дело плохо. Дело в том, что... Ладно. Давай на эти шапы. Стой. Вот так. Тихо, приподними. Короче, стой. Вот так. Вот так. Готово. Попади. Молодца. Я не могу восстановить заново хп здесь. У фонтанчика. И по фонтан. Так, давайте. Ох ты ж, блядь. Что? Нужно быстрее ее прокачать. Скелетон жесткий. Давай на лучку. Если на урон, это хорошо. Для рыцаря. А как там на Ишка, да? Мне дали рукавицу на рыцаря. Нифига так. Здоровые ему силы, Титана. Рыцарь способен достичь еще больших высот. Так, рыцарь может подбирать большие предметы и бросать их. Это может ему помочь. Скорость передвижения... Так. Это уменьшает его скорость передвижения и тратит небольшую часть его энергии. Следующий уровень в атаку под эмоции. Рыцарь заготовит бить противника с ног. Отлично работает против врагов за щитами. Что это сейчас только что было? Какого хера? Чем я обжегся? Обжёгся, там чем-то рассказывают мне. Оп, готово. Короче, делаем так. Раз.
Делюшка мне. Наверх готово. Внизу что-то есть, внизу ничего нету. Готово, готово. Если так, то лучше махом ставить ебучие камни. Блин, а хилыч мне нужен. Мана, 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 мана. Ладно, плевать. Я щит использовал. Ну за хер, я щит использовал. Щиты юзают, пидорасы. А я потом... Так все, да? И... А, на. Я понял. Все. Так, ладно. Цепляемся за эту тогда. Моё. Ап уровень. Рыцарь отхилили, это хорошо. Блять, мне кажется, убьет одного, подохнут все. Ага, вот так, да, значит. Ладно, нет, думаю, смысла туда идти. А, блядь, быстрее делай, меня сейчас придавит. Я могу придавить. Давай сюда. Готово. Да? Да? Главное, врагов много, а пользы мало. Ломню. Гомню, гомню, гомнюк. Ай, ладно, новый создам. Он, бля, ай. Поехали заново.
Тихо. Вот так. Отлично. Намага, пожалуйста, дайте урон. Пузырек энергии. Так, восстанавливает энергию потерян персонажей. Автоматически восстанавливает 30% энергии персонажа, когда она полностью расходуется на ноль. Перезаряжается на каждой новой контрольной точке. Это хорошо, как раз. А нет! А могу я стоять с помощью тебя? О, значит, я могу даже шипы цеплять. Я должен не вперед, короче, я сейчас покажу. Блять, слишком сильно вперед. Нужно на раскачку взять. Ладно. И теперь я вообще залезть не могу. Ладно, поехали. Треугольник. Должен залезть. Готово. Готовенько. Мой персонаж взял его. А, тут нихера нету даже. Аев. Аевчик. Смотрите, это типа гробница. Верно. Это гробница стража. Здесь повсюду надписи всякие. Мне нужно время, чтобы их перевести. Мне кажется, это предупреждение. Читая надписи, волшебник узнавал все больше легенд об артефактах. Некогда было трое стражей, каждый из которых охранял свой артефакт. Трайн был артефактом души и справедливости, катализатором сил добра, который незаметно помогал воспитывать добрых молодых волшебников в Астральной Академии. Два других артефакта упоминались лишь парой слов. Второй артефакт, связанный с разумом и могуществом, хранился в огромном замке в центре королевства. Волшебник не вполне понимал все, о чем рассказывали надписи. Некоторые отрывки текста не сохранились, но этого было достаточно. Их целью был замок, хранилище второго артефакта. Зловещие звуки эхом разносились по просторам. Между героями и замком лежали широкие пустоши, кладбище драконов. Да, все. Теперь я понимаю. Наши души сплелись в этом артефакте, и наши физические сущности всего лишь отражение нашей души. Я от всех этих драк хочу кушать. Почему ты меня не слушаешь? Это же удивительно. Нам нужно поторопиться в замок. Вот этим путем? Через кладбище драконов? То есть мы пойдем туда, где вместо мелких костей лежат большие. А если они оживут? Это кратчайший путь к замку, красавица. Поверь мне. Раздавили, малёха. Не, нужно две стрелы. Она помощнее будет, чем мечник. Удивительно, да, что кость, она
лучше убивать, чем мечник. А, я понял, за дерево не зацепиться за это. Герой себе трюки. Трюки. Ай. Все. Больше не полезу так. В принципе, мне дают самому выбирать, как мне идти. Допустим, я могу взять лучницу и просто... Тихо. Нет. Ладно. Вот и мразь. Ладно, давайте туда вниз сходим. Еще нужно 2 счетчика. И будет easy level up. А что я там нашел? Цепляется? Гамаши. Так, гамаши увеличивают защиту персонажа, уменьшает урон от попадания по ногам. Блин, лучше бы, конечно... Блин, жалко, что... А, так я могу их переносить. Увеличить максимальный запас энергии. Нужно ему все на защиту отдать. Уменьшает урон попаданием по ногам. Здесь на самом деле спорный. Что? А, так оно всем дается левел ап. Теперь одновременно существует два ящика. Так, рыцарь может добирать небольшие перли и бросать их. Так, а что оно улучшает? Скорость передвижения. Так, следующий уровень в атаку позволяет рыцарю разогнаться и сбить персонажа с ног. Отлично работает против врагов со щитами. Дает шанс нанести критический урон взрывом. На самом деле лучше перчатку. А, у меня энергия тратится. Просто вот минус. Просто минус. Ох.
охерел? Он внезапностью меня хотел взять. Ладно, бери. Значит, можно на любого брать персонажа, да и все, предмет. Ага, найдены заклинательные доски для волшебника. Блин. Настройки. Довольно громко просто музыка. Доски, 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 доски. Волшебник способен создавать волшебные доски. Размер досок можно задать в процессе. Окей, вначале волшебник может поддерживать в мире только одну доску. Следующий уровень позволяет волшебнику создавать две доски, существующие одновременно. А здесь скорее три кубика, да, одновременно? Теперь одновременно существует два ящика. Следующий уровень позволяет волшебнику создать четыре ящика. Нихера себе. А волшебница, не знаю, по сути это... А, это обычно, да? Такое на самом деле нормально. Так, давай мы его столкнем. Вот так, да, значит. Пока. Ну только, блин, я тогда под атаку попадаю. А, доски, точно. Пипец, нахера? Нахера такие дерьмовы делать? Опа. А как мне туда попасть? Там аж три банки. Они взбираться могут, оказывается. Ого. Я понял, как мне достать, блядь, теперь их. Блядь! Писа могу. Хэштег маг не жилец. Да ну заберись тогда! Сколько с вами проблемы? Только попробую упасть, блять. Я еще где-то слышу мобсов. Вонко! Взял мою банку, пидор.
Пришлось падать, восполнять ХП. Вниз. Вниз. Я задаю такую, почему она падает? Why you... Трюкач херов я. Только ядом. Так, позволяет воровке или рыцарю смазывать стрелы или мечи. Так, не работает с огненными стрелами и пламенем мечом. Волшебные щит. Так. Волшебники считают, что подобные фокусы бесполезны. Но они. Но он не любит яды. И вообще злые зелья. Увеличивает урон обычного меча или обычных стрел. Отлично. Нет, хотя, знаете, я так подумал. Я так ваншочу скелетов. По этому. Ему лучше, ему нужнее будет. Урона я не чувствую. Где мой плюс урон? А, мне, короче, дверью давайте заканчивать надо. А, я могу вот так стрелять. Ладно, отхилились. В принципе, можно на этом заканчивать. Давайте, в принципе, здесь и остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.